Внимание, брюки по цене 990 рублей. Менее 1000 рублей, и вы получаете вот такой неповторимый, шикарнейший образ. Номер лота 87-407. Выгода при этом снова превышает наше предложение. Выгода 1000 рублей. И богатейшая, невероятная цветовая палитра, которая сегодня у нас представлена. Цветов просто действительно невероятное количество. Сейчас мы видим вот такой интересный мелкий леопард. И вот еще интересный коричнево-желтый. Везде присутствует анималистика, насколько я понимаю. Да, ты знаешь, мне тоже очень понравилось, что везде у нас анималистика, но это не единственные цвета. Давайте мы рассмотрим, какие еще у нас есть расцветки не менее интересные. Так. Опять же, мы здесь встречаем похожую расцветку. В заказе будет называться фиолетовый. Угу. Очень напоминает нам леопарда. Тоже леопард. Следующий вариант. Знаешь, коллекцию можно назвать сафари. Черный тигр у нас да, такой здесь. У нас... Ага. Не, ну здесь, наверное, даже какая-то зебра. Ну, вообще-то я вижу лицо тигра. Да, лицо тигра. Итак, этот в заказе называется белый цвет. И следующий вариант, обратите внимание, это серый цвет. Здесь также присутствуют какие-то фантазийные, анималистические. Угу. И в то же время, знаешь, фантазировать можно по-разному. Знаешь, каждый увидит что-то свое. А тут и анималистика, и даже вот такой, даже как будто имитация лоскутков. Ты знаешь, можно смотреть и утопать взором. 5 цветов сегодня представлены. 5 цветов. 5 цветов на выбор. При этом наша новинка по самой низкой цене сегодняшнего эфира. 990 рублей. Серый, белый, коричневый, фиолетовый и черный цвета. Вот как раз сейчас вы наблюдаете коричневый. И я так понимаю, как раз у нас еще это... Черный. Черный вариант, да? Вот как очень красиво смотрится. Потрясающее, фантастическое исполнение. Ты знаешь, анималистика, мне кажется, настолько прочно вошла в моду, потому что и вот глядя на последние показы в Милане или Париже, вот любой, даже самый, вот любой берешь дом моды, обязательно присутствует какая-то анималистика. Всегда. Ты знаешь, она никогда не уходит из моды, и причем она возвращается каждый год. Не то, что какая-то цикличность, да, через сколько-то лет она возвращается. Она присутствует всегда. Хоть маленькая деталь, но все равно она есть. Угу. Давайте сразу обратим внимание, как нам выбрать размер. Так, сегодня... причем, смотри, а какой ажиотаж-то у нас на нашем рынке? Да, осталось только два размера, 50 и 52. Что за крой? Как правильно успеть сделать правильный выбор? Мы с вами выбираем размер в размер. Угу. Крой здесь у нас с вами классический, и посадка у нас на эластичной ленте. Это замечательно, потому что подойдет без примерки абсолютно на любую фигуру. Давайте посмотрим на Любу. Так. У нее размер одежды 50, рост 177. У нее брючки становятся чуть более укороченными. Знаешь, за что я люблю вот сейчас моду? За то, что здесь нет никаких ограничений. Угу. Мы не обязаны носить, например, только длинные брюки или только короткие. Здесь все зависит от того, какое у вас сегодня настроение и как вы хотите выглядеть. Погоди, ты хочешь сказать, что благодаря тому, что у нас есть резинка, мы можем сами отрегулировать высоту посадки? Да, можем чуть-чуть повыше посадить на зону талии, можем опустить чуть ниже. Посмотри, как прекрасно тянется эластичная лента, сколько здесь запаса. Ну и также мне хочется сказать, что выбирая размер в размер, вы почувствуете себя комфортно еще и потому, что сама ткань, а это ведь у нас хлопок, 95% хлопка 95% и 5% эластана позволяет нам быть уверенными в том, что наше сегодняшнее трикотажное полотно отлично будет сидеть на фигуре. Кстати, эластан как раз и позволяет ткани возвращаться обратно и защищает, ну, например, наши колени от того, что у нас здесь будут появляться со временем какие-то вот вытянутые круги. Неприятный, да, такой эффект. То есть у нас всегда будет свежеотглаженная, красивая, абсолютно новая вещь. Тем более 95% хлопка. А мне кажется, это идеальное решение, особенно если мы захотим такие шикарные брюки свободного кроя взять куда-нибудь с собой в путешествие, да, пройти по променаду где-нибудь, а? Абсолютно с тобой согласна. Подойдет на любой случай. Модные расцветки позволяют как и для городской жизни, для прогулок, для повседневного отдыха. Так точно так же они просто станут незаменимы для домашней жизни. То есть дома мы с вами тоже хотим чувствовать себя модно и комфортно. Я призываю вас к тому, чтобы вы не носили дома старые вещи, а все-таки пользовались современной модой. Ну, такая цена, которая у нас сегодня присутствует. Я вас, знаете, что, девочки, придумал? Возьмите-ка вы все 5 цветов, которые у нас сегодня присутствуют. Ведь это действительно так здорово. Вы можете каждый день менять пару брюк, хвастаться, подружки будут завидовать, мужчины будут осыпать вас комплиментами. А чувствуете ли себя, будете комфортно, ведь это 95% хлопка, практичность за счет добавления эластана, брюки на резинке, ну и пригодятся они на все случаи жизни.